Добрый день, дорогие друзья. Многим я не нравлюсь. Почему? Удивленно спросите вы. Потому что лицом не вышел, скажу вам я. Так ли это на самом деле? Сейчас мы проверим с помощью линзы RevoCam. Я специально выбрал розовый цвет. Это мой самый любимый цвет в мире. Шучу, конечно, но линза у нас сразу идет в нескольких цветах. Это нужно для того, чтобы совместить цвет с вашим цветом вашего смартфона. Это, собственно, золотой стандарт любой продажи. И, кстати, линза уже получила награду CES 2018 года. Линза у нас свежая, а получила она за счет чего? За счет роторной смены самих линз. Плюс линзы у нас используются высочайшего японского качества, что сводит различные блики к минимуму. И здесь еще предусмотрена вспышка. Световая температура, которая от 4800 до 5000 градусов Кельвина. Давайте вскроем, посмотрим, что за линза. Потому что многие из вас просили ее вскрыть, проверить с iPhone X и вообще с айфонами, как она будет сидеть на них, будет ли снимать. За счет того, что у айфонов, вы знаете, камера вот эта вот немножко продолговатая вниз. Все жалуются, думаю, что сидеть она не будет, будет спадать, но здесь у нас универсальное крепление, которое подходит к абсолютно любому смартфону, за счет которого она должна идеально сидеть, снимать и выполнять свой функционал на 5 баллов. Здесь есть небольшая инструкция, как крепить вот эту вот штуку. Это у нас как раз у нас вспышечка, ну или подсветка, чтобы с собой куча ламп, как у нас здесь, не таскать. Достаточно один раз включить, особенно в клубе, и вы будете так подсвечивать ваши фотографии LED-светом. Крепится она за счет магнита. Смотри, хоп. Можно также вращать. Заряжается у нас через microUSB-порт. Роторная система смены линз. У нас есть такой вот чехольчик, которым спокойно можно транспортировать, особенно тогда, когда вы едете в отпуск или еще куда-то. Есть такая китайская салфеточка, в принципе, достаточно неплохая. Ну и, собственно, защитная крышка, чтобы, не дай бог, не повредить и без того хрупкие линзы. Так вот она защелкивается. Ну, когда нужно, вы ее сняли, закрепили на ваш смартфон. Кстати, смартфон царапать не будет, вот они здесь предусмотрели такую прорезиненную прокладку. Здесь, чтобы удобно было совмещать, здесь я специально ориентируюсь по вспышке. Вижу, что у нас камера находится чуть выше вспышки. Вот, собственно, я... О! Наконец у нас удалось закрепить, при этом не совсем удачно, опять что-то там съезжает. О, все. Получилось так, что линза особо не болтается. При этом я целился, выравнивал по вспышке, чуть правее, чуть левее. Удалось немножко совместить. Давай попробуем, насколько у нас ротор здесь будет. Видишь, все равно приходится линзу придерживать, чтобы, не дай бог, она снова не подвела. Ну и, собственно, у нас все съехало. Сейчас я переключился на фишай, который надо сейчас опять тратить время и настраивать. Неудобно. Вот макро. Подбежать, да. А, вот. О, приблизил. С макро у нас все хорошо. Включение-выключение происходит стандартным, грубо говоря, поворотом. Повернули, он включился. Повернули, выключился. Широкоугольничек поставлю. Немножко выровнял. Вполне достойно. Давай сфоткаемся. Давай теперь линзочку уберем. Оп. Две фотографии. Одна у нас была на широкоугольный объектив, другая на обычный айфоновский виде перед собой на экране. Собственно, качество говорит само за себя, но это для тех, кто хочет что-то большего получить от стандартной камеры вашего смартфона, для тех, кто не хочет таскать с собой систему LowClip, либо другие аналоги, которых уже до чертой бабушки развелось. Здесь люди просто решили заморочиться, совместить все линзы в одной большой прищепке. Да, еще помимо этого совместили со вспышечкой. Ну, с подсветкой, можно сказать, особенно это актуально для ночных клубов, когда надо что-то посветить, либо вообще для очень плохо освещенного помещения, чтобы получить максимально качественный селфи-снимок.
Насколько эта система удобна решать вам, ну вот видите, я возился с ней буквально 3-4 минуты, и она меня очень сильно вывела из себя, потому что она постоянно дергается, летает, и надо с айфоном либо с другим смартфоном очень аккуратно ходить. То ли то, что у меня смартфон слишком крошечный, возможно, на большом смартфоне она не так будет сильно слетать. Давай свой телефон, Sony. Вот здесь у нас камера находится в хорошем месте, она не на углу, плюс тут нет второй камеры, она не выпуклая. Здесь должно вообще идеально все сесть по ГОСТу, так сказать, советскому. Здесь идеально совмещать, потому что у нас ничего не мешает. Я четко ее отцентровал по ободу камеры. Ну и, собственно, снимки у меня тоже будут великолепные. Плюс у нас фронтальная камера здесь тоже отлично выделена. Вот она. В отличие от компании Apple, она любит полностью все скрывать таким черной полосой, чтобы это максимально было невидимо, не пестрило в глазах, ничего не отражало. Здесь вот Sony им вообще наплевать. Они четко показывают. Вот здесь у нас одна камера, здесь другая, здесь вспышка. И за счет этого вот эта линза оптимально будет здесь адаптирована под современные реалии. Вот я здесь спокойно все это дело совмещаю. Здесь вообще производитель рекомендует ее опускать максимально ниже, вот так вот. Тогда она не будет шататься. Но все равно съезжает. Вот я трясу, она... Никто из вас так снимать не будет. Да, обязательно трясти, чтобы что-то заснять. Все стараются максимально ровно удерживать смартфон, плавно, для того, чтобы получить максимально четкое видео, либо фотографию. Здесь также производитель рекомендует максимально опустить камеру, то есть да, вот на таком расстоянии, чтобы она максимально как можно больше охватила вашего смартфона. Ну и, собственно, никакая тряска уже не страшна. Пишите, что думаете по поводу этой линзы. Я думаю, что она будет актуальна именно для тех людей, которые привыкли получить все и сразу в одном флаконе. Вот это как раз для таких. Оп, все, я пошел тусить.